Сегодня в Енисейске прохожим раздавали символ победы. В центре города прошла акция «Георгиевская ленточка». Черно-оранжевыми полосками украшали одежду взрослых и детей. Некоторые брали по несколько штук, чтобы передать своим друзьям и родственникам. Всего волонтеры раздали 400 георгиевских ленточек. Во времена Советского Союза появилась гвардейская лента, похожая на то, что была в ордене Святого Георгия. Ее выдавали солдатам за особые отличия перед Отечеством. Сегодня ношение черно-оранжевой ленточки означает, что человек помнит о Великой Отечественной войне и гордится своими предками. Георгиевскую ленточку повязывают в знак уважения воинам-освободителям, которые освободили нас от фашистских захватчиков, которые подарили нам мирное небо над головой.